Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео об улучшении качества жизни от Академии Счастья. Сегодня говорим о вере в себя, в других людей. На самом деле вера – это состояние, когда человек точно знает, что что-то произойдет. То есть он не падает духом, он не начинает ныть, там, перекладывать вину на кого-то другого. То есть вера – это состояние уверенности, знания, состояние, когда вот так вот прям возвышенно понимаешь, что это произойдет. И она очень сильно помогает в те моменты, когда у человека, например, наступают какие-то критические ситуации в жизни, то есть какая-то тяжелая болезнь или попадание в катастрофу или еще что-то такое, что вот человек прям чувствует, что вот жизнь как бы уходит, ускользает от него. У меня тоже у самого были такие ситуации, было такое желание, что все, уже жизнь заканчивается, уже все, никакой жизни дальше нет, хочется просто ее закончить и больше ничего. И потом, когда продолжаешь, то есть когда вера не угасает, когда не сдаешься полностью, когда начинаешь все-таки что-то делать, понимать, да, какие-то вещи переосознаешь, что-то убираешь лишнее. И вот тогда происходит действительно исцеление, потому что целостность – это состояние такое, когда у человека нет вот этих разграничений на «я», «не я», на «то», «не то». Человек действительно чувствует себя полноценным. И вот поэтому исцеление, оно гораздо важнее, чем излечение. Когда у человека есть вера, то все критические заболевания отступают, потому что на самом деле нет никаких смертельных заболеваний. Есть просто выдумка в уме о том, что это обязательно приведет к смерти. Ну и, конечно, заверение врачей, все это, весь этот идиотизм, который придуман. На самом деле настоящий целитель, конечно же, поможет человеку укрепить веру. И вот то, чем я занимаюсь, процессинг счастья, он как раз тоже помогает в укреплении веры. Только я не навеваю человеку веру, не говорю, ты должен там в это поверить. Нет, я помогаю человеку убрать негативный заряд, который у него накопился по жизни. И вера возвращается сама собой, то есть возвращается целостность, и человека проходят психосоматические заболевания, и уходит вот это состояние депрессии, состояние внутренней разделенности. Потому что когда человек занимается процессингом, у него наступает духовное исцеление, а потом, конечно же, и физическое. Поэтому вера – это именно состояние знания, когда вы точно уверены, что у вас все хорошо. И это можно прочитать во многих источниках, подтверждение тому, что исцеляет именно вера, состояние знания. И если вам действительно хочется вернуться в это состояние, то напишите прямо в комментариях, что у вас, какая проблема и почему вам это важно. И, конечно же, пишите в личные сообщения, все контакты даю под этим видео. Там можно написать мне и указать, какова у вас ситуация. Я расскажу на бесплатной консультации, как можно ее исправить, как можно улучшить состояние и, конечно же, исцелиться, укрепить веру. Потому что вера дает действительное состояние исцеления от любого заболевания и в любой безвыходной ситуации. Поэтому, друзья, пишите, я буду рад. Конечно, если видео понравилось, ставьте нравится, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями и колокольчик для напоминаний о новых видео. Они выходят практически каждый день. Вам счастья, веры, любви и осознанности. До скорой встречи!